Напередодні Міжнародного дня волонтера, який відзначається 5 грудня, в обласній науковій бібліотеці влаштували зустріч волонтерів Товариства Червоного Хреста зі студентами. Розповіли про історію створення організації та провідні напрямки роботи. Говорили і про важливість подібних організацій. День волонтера був започаткований у 1985 році Генеральною асамблеєю ООН. В Україні його офіційно визнали 10 грудня 2003 року. Але до 2014-го волонтерський рух розвивався в країні не дуже активно. Культура волонтерства – это норма, она уже давно норма в том современном обществе, в котором мы видим там, да, европейское общество, американское общество, вообще мировое общество как таковое. У нас это движение, оно зарождается, зародилось в результате конфликта на востоке Украины. Разные волонтерские организации, которые какое-то время существуют, потом они распадаются. Ну, у нас организация и больше 100 лет. У нас есть отдельный закон Украины об обществе Красного Креста Украины. То есть есть некая уникальность нас как организации. Віддавати і натомість не отримувати нічого – помилковий стереотип про цей рух. Багато хто стає волонтером для того, щоб отримати емоційну нагороду за свою допомогу. Так люди вчаться новому і знаходять друзів. Отзывчивость, то есть понимание того, что ты делаешь и ради чего ты это делаешь. То есть не просто вот там вот пришел, сходил, просто так что-то сделал, а то есть душу вкладывать в это дело, которым ты занимаешься. Это очень важно, это, если честно, очень сильное движение. То есть если бы не было волонтеров, ну, было бы намного сложнее, чем сейчас все происходит. Мне это очень нравится, то есть я получаю кайф от этого всего.